Ирина Михайловна, можно пару слов? Вы рады своей победе? А вы уже нашли свою программу? У вас есть программа? Как вы будете работать с людьми? Ну, конечно, с людьми буду работать. Как? Хорошо. Хорошо будете работать? Конечно. А скажите, а почему именно вас выбрали люди? Как думаете? Надо у людей, наверное, спросить. Вы хотите праздник? Да, надо, наверное, у людей спросить, почему. Ну, а вы как думаете, какими качествами вы обладаете, что люди вас именно вас выбрали? А почему вас не выбрали? То есть вы не обладаете какими-то качествами? Я, наверное, не обладаю. Ну, так вот подумайте, какими качествами не обладаете вы, и почему вас люди не выбрали, и сделали выбор в пользу вас. Ну, вы хоть рады, что выиграли? Ну, конечно, конечно. Все? Мы услышим скоро вашу программу. Все? Ну, я бы еще хотел много вопросов задать. Можете идти дальше. Здравствуйте, Валентина Владимировна. Скажите, а врать — это свойство всех чиновников?